ребятушки, hello, как говорится, приветствую вас в городе Череповец, и сегодня у нас максимально необычный обзор, потому что мы с вами посмотрим бесшовный погреб номер один в России. И вы такие, какой еще бесшовный погреб? Раньше были обзоры смартфонов, электромобилей, ну, автодома на худой конец, а сейчас какой-то погреб. Дело было так, сидим мы как-то раз в офисе, и в почту приходит вот такая вот фотка, и мы, ого, интересно, актуально. Так вот, оказалось, что это не персональное бомбоубежище. Это штука для хранения овощей. И более того, у нас в России есть целый завод, который делает эти подземные погреба, делает много лет, и это супер востребовано и актуально. Ну, сами понимаете, время непростое. Так что необычный, необычный, но интересный обзор. Поехали! Мы находимся в гостях у группы компании Tingr, а то, что стоит за нами, собственно, называется пластиковый бесшовный погреб Tingr. Что пишут на сайте? Производим вездеходы, бесшовные пластиковые погреба и листовой пластик. Нашими продуктами пользуются в России и 26 странах, включая США, Китай, Японию и Германию. Каску? И да, вы не ослышались, они производят не только погреба, но и вездеходы. Причем с 2010 года. Вездеходы называются Tingr, и это малогабаритные вездеходы с пластиковым корпусом на гусеничном ходу. В год они делают более 200 штук, в основном для нефтяников, спасателей, охотников и рыбаков. Стоимость самого простого вездехода 1 миллион 936 тысяч рублей. Но вернемся к теме нашего обзора. Это бесшовные погреба. И вы даже не представляете, насколько эта штука, спасибо большое, популярна в мире, ну и тем более в СНГ. И вообще может показаться, что все это какая-то реклама. Нет, ребятушки, это не реклама. Мы приехали сюда за свой счет, а реклама на нашем канале выглядит вот так. 55 секунд. И вам понравится. Помните ли вы автодом «Фисташка», а модульный дом из Челябинской области, а тот автономный из Курской области? Все эти ребята – предприниматели, и прямо сейчас многим из них непросто. Доставка, материалы, курсы валют, но даже в это время есть те, кто вручает. Модуль Банк, первый банк для предпринимателей, запустил новый и по-настоящему бесплатный тариф «Стартовый». И это не какая-нибудь временная акция обслуживания – 0 рублей навсегда. Бесплатная бухгалтерия для УСН 6%, переводы ИП юрлицам в другие банки бесплатно, а переводы на карты физлиц до 250 тысяч без комиссии. А для тех, кто работает на маркетплейсах, кредитование под закупку всего 6,5% годовых и беспроцентный период 55 дней. Вывод прибыли на личную карту бесплатный и не ограничен по объему. А еще модуль банк не попал ни под какие санкции и работает в полном объеме, даже со SWIFT-платежами. Рекомендуем присмотреться, специальная ссылка уже внизу. Продолжаем. Да, ребятки, спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. Так вот, может показаться, что все это дело как-то вот хлипенько, да? Закапывать все это на глубину 3 метра. Что пишут? Сейчас зачитаем, как есть. Материалы. Высокопрочный пищевой пластик и встроенный металлический каркас из стали 09 G2S, которая в 50% прочнее обычной стали. Он позволяет выдержать давление тяжелых грунтов, а также высоких грунтовых вод. Этот вариант, опять же, как пишут, не подвержен внешним факторам. Он не гниет и не ржавеет, а также там не образуется сырость и плесень. Внутри всегда комфортная температура для хранения продуктов, гарантия 5 лет, а срок службы, внимание, более 100 лет. Но повторюсь, самое интересное. Абсолютно бесшовная конструкция. И на первый взгляд, ну как пластиковая коробка и коробка, чего уж там. Но я же говорю вам, будет интересно, как их делают, кто их делает. Сейчас поговорим с Сергеем, классный дядька, прям, мы уже поговорили с ним. Он нам расскажет, что к чему. Продолжаем. Так, ребятки, сегодня с нами Сергей, человек, который знает. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Человек, который знает все о продукте, а также о том, как он делается. Правильно? И не только. И не только. Значит, Сергей, первый вопрос, самый главный. Это вот что такое крутится? Это ротационная печь, которая непосредственно производится емкость для погреба. Сама формовка происходит внутри печи под куполом. После этого он выкатывается и, скажем так, естественным способом остывает для того, чтобы пластик максимально стабилизировался. Процесс сборки погреба кота до я занимает где-то порядка, наверное, 8 часов. Эта печь, вы купили ее где-то? Нет, это оборудование полностью от начала до конца построено своими руками. Мы сами создали оборудование, сами создали оснастку. Ага. Вот он продукт. Я видел, что есть погреба у ваших коллег или конкурентов за 49 тысяч рублей. У вас стоит больше 100. В чем разница? Наш погреб, он уникален тем, что он бесшовный. Емкость погреба – это монолитный кусок пластика. Нету никаких ни стыков, ни отверстий, ничего. Что гарантирует, во-первых, высокую прочность, во-вторых,
абсолютную герметичность. То, что касается погребов, которые стоят нам по 49 тысяч, как правило, это сварные конструкции. Они проще в производстве, дешевле материалы, но надежность ниже, эстетика как бы совсем не та. Наш погреб, он уникален тем, что он абсолютно бесшовный. На сайте написано, что срок службы более 100 лет. А как вы это проверяли? Ну, вы видели когда-нибудь сгнивший полиэтилен? Хороший вопрос, да. Мы тоже не видели, поэтому мы заявляем, да, 100 лет. А что в пакетах, в мешках? Исходное сырье, оно в гранулах, так дешевле. Так. Так дешевле, это лучше хранится. Дальше это все вот с помощью вот этой мельницы перемалывается в порошок. Ага. И уже вот непосредственно засыпается в формы, делаются изделия. Для каждой модели погреба нужно засыпать определенное количество сырья. Для того, чтобы все, во-первых, пропеклось. Пропеклось? Ну, как есть. Понятно. Это, во-первых, чтобы все пропеклось, во-вторых, чтобы была достаточная толщина и, соответственно, прочность. Весы тоже делали сами. Вот закончился как раз таки цикл. А что сейчас будет происходить? Сейчас будут вынимать емкость. Через 15 минут начинают, процесс займет минут 10. Пройдемся пока, покажете, что еще интересного есть. Вот, собственно, участок заготовки. Просто приезжает исходное сырье, профиля, прутки, листовой металл и так далее. Дальше все это пилится двумя способами. В основном это механическая пила, две пилы стоят с ЧПУ, где оператор просто, условно говоря, засовывает палки и вынимает палки. На лазерных столах делаются заготовки. Если необходимо, там гнется, штампуется. Дальше поступают на участок сварки, где делаются подсборки, заготовки какие-то. Ну и дальше все это превращается в машинокомплекты, либо в комплекты для сборки погребов и поступает непосредственно на участки сборки. Этот металл для чего? Это подготовленные комплекты для погребов. Они сложены в такой последовательности, в какой их нужно брать сборщику. Вот эти палки нужно прикручивать, там, условно говоря, в первую очередь, вот эти во вторую, в третью, в четвертую и так далее. Главный вопрос, жить-то в нем можно? Ну, если очень-очень как бы припрет, то, конечно, да. Не, ну реально, ну там можно там? Где же спать? Было несколько вот запросов вот именно, скажем как, нецелевое использование продукции. Так. И пару раз там проскакивало как раз-таки именно, что клиент берет погреб для того, чтобы оборудовать убежище. Так. Убежище, ну, видимо, для какого-то временного пребывания там. Или постоянного. А так, чтобы жить постоянно, есть решение намного лучше. Как работает погреб? Наши погреба, они не оборудуются никакими холодильными установками. Здесь так. Все основано на законах природы. Верхние слои почвы, они по температуре и, скажем так, по своему состоянию, они нестабильные. Нижние слои почвы, которые вот, ну, для нашей полосы, как правило, это ниже 1 метра, а вот поверхности, они более стабильны. Припекает солнце или мороз на улице. Это не доходит на такую глубину. Зона промерзания, еще раз говорю, она у нас где-то порядка метра в нашей широте. Ясно. Вот. И, соответственно, вот нижняя часть погреба, которая находится в грунте, она как раз-таки формирует микроклимат внутри погреба. Ну и кроме того, прежде чем выпускать этот продукт на рынок, мы, естественно, как бы все это пробовали, закапывали сначала на своих огородах, понимали, какой нужен каркас, да, понимали, какая нужна толщина пластика и так далее. Так. Тепленький. Тепленький. Значит, что у нас дальше происходит? Пойдем на сборку? Да. После того, как погреба сформовались, остыли, они уже поступают вот сюда вот на сборку. Вот эта тележка, с которой вы уже знакомы, то есть начинают водружаться внутрь металлоконструкции. Понятно. Внутри это все собирается. Собирается на боку, потому что так удобнее, угу. Так эффективнее, быстрее. После того, как металлокаркас собран, погреб ставят в нормальное положение, устанавливают полы, полки. Дополнительное оборудование в виде грузового подъемника, если оно изначально оговорено, также устанавливается. Ну и дальше мы получаем собранный погреб, который у нас в начале цеха. А вот вопрос, а если его без каркаса поставить, прямо вот так закопать? Сожмет.
сплющит. Серьезно? Абсолютно все недооценивают те процессы, которые происходят у нас внутри земли. Ага. Вы попробуйте просто банку трехлитровую в землю вот как бы закопайте у себя на участке и понаблюдайте, что с ней будет происходить в течение сезона. А это всего лишь трехлитровая банка. Если теоретически его можно лет через 30 выкопать и перевезти куда-то на соседний участок? Его можно в любой момент достать и перевезти, если он не установлен там, не знаю, под какой-то фундамент, там, под здание и так далее. Такие монтажи тоже есть. Так, идем тогда посмотрим, готовый. Да, пойдем. Так, разрешили подняться и посмотреть, что к чему. То, что стоит перед нами, это самый базовый набор. На самом деле, работа идет постоянно. О, даже лестница есть. Вы знаете, очень неплохо. Я, честно говоря, большой любитель вот таких вот. Ну, мне кажется, так сказать, любой ребенок даже оценит такие штуки, если у дедушки или бабушки есть на участке вот такой вот погреб. Не говоря о том, что это реально полезная и нужная вещь. Но вам наверняка будет интересно некоторые цифры. Тингар 1500 – самый маленький погреб. Сейчас мы находимся в погребе Тингар 2500. Он, естественно, больше. Так вот, Тингар 1500 помещается 102 банки и 8 ящиков с овощами. А Тингар 3500, в который 16 кубов помещается, 350 банок и 35 ящиков. Но самое интересное, как все это выглядит живьем. И есть человек, которому такой погреб недавно поставили. И мы поедем посмотрим, как все это выглядит по-настоящему. То есть у реального человека реальный погреб в реальной эксплуатации. Поехали. Ребятушки, интересно, пока шли к выходу, увидели вот что. Шоурум. Здесь специально вырезана стенка, чтобы зайти внутрь и посмотреть, как оно все устроено. Это Тингар 1500. И чтобы вы понимали, здесь с более-менее там 1,90 м высоким ростом не очень удобно, потому что вот здесь приходится уже сгибаться. 150 кг максимальной нагрузкой, поднимается довольно быстро. Модель Тингар 1900. То есть, если вы ограничены в бюджете, вот это прям хороший вариант. Дальше есть Тингар 1900, но не с вертикальным входом, как здесь, а с боковым входом. Вот. Вот такой вариант удобен, если вы не готовы покупать подъемник, но при этом нужно удобно подниматься наверх. Вот. И также сюда Тингар 3000. Уже такое. Королевские хоромы, а есть еще Тингар 3500. Самый большой вариант. Сравните. 3500 и 1500. И пришел. Мы едем смотреть Тингар 2500, который уже установлен на участке и находится в работе. Поехали. Так, ребятки, отъехали 15 минут от центра Череповца. Типичный участок, ну как типичный, 30 соток, да, вот работа еще идет, вот недавно построили дом. Есть разные варианты установки погреба. Можно закопать на участке, вот конкретно наш участок, можно встроить прямо в дом. То есть вот есть варианты, когда дом строится, и люди уже закладывают место для погреба. Там возможен только вертикальный вход. Это у нас погреб как раз с диагональным входом. Вообще все это будет потом выглядеть красиво. Здесь будет газон. Засыпали его совсем недавно, поэтому еще просто трава не успела вырасти. Если у вас диагональный вход, это очень удобно в плане спуска, но тогда вот образуется вот такая горка. Это обязательно, чтобы внутри сохранялась определенная температура. Если вход обычный вертикальный, можно закопать вот прям под землю. То есть даже не будет видно, что у вас тут что-то происходит. Так вот, установка занимает всего один день. Бывают какие-то сложные случаи, но в среднем один день. Хозяйка заплатила за это 72 тысячи рублей. То есть вот недавно приезжали, поставили, выкопали экскаватор. Это полная цена под ключ 72 тысячи. Так, смотрим. Вау. Хозяйка, к сожалению, немножко стесняется. Мы ее пытались уговорить. Она сказала, можно, пожалуйста, вы посмотрите, а я вот в сторонке постою. Но разрешила нам посмотреть, что внутри. Спускаемся? Давай. Итак, ребячки, добро пожаловать. Мы вот, честно говоря, давайте вот так и развернемся, чтобы вы понимали вообще, так сказать, что вы сейчас смотрите на YouTube-канале про гаджеты. Не думала, что мы будем снимать такие обзоры, но, во-первых, такие времена не самые, так сказать, приятные, но и эта штука очень востребована. Метеостанция, она идет в комплекте. А температура 8,2 градуса. Причем на улице сейчас плюс 15, вот там. Здесь 8,2. Стабильно прохладно. Цены. Самое интересное – это цены. Сейчас расскажу, сколько это стоит. Так вот, ребятки, цены. Значит, есть самый простой вариант. Называется Тингар 1500, который мы вам показывали в шоуруме. Он стоит 147 тысяч рублей.
Да, есть заметно дешевле. Мы даже видели цены 49 тысяч, что-то такое. Но сами понимаете, очень важно, как это сделано. И как нам сказали конкретно, вот этот вариант прослужит 100 лет, а может даже и больше. И есть у нас самый большой вариант, называется Тингар 3500. Он стоит 410 тысяч рублей. Но это прям огромное, здоровенное хранилище, куда можно поставить кровати при необходимости. Хотя мы, конечно, надеемся, что такой необходимости не будет. Ребешки, напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете. Есть люди, которые этим уже давно пользуются и в этом понимают гораздо больше, чем мы, потому что вот первый день сегодня решили вникнуть в эту тему, и нам показалось, что вам может быть это интересно. К сожалению, какие времена, такие и темы. С удовольствием почитаем, что вы об этом думаете. Пожалуйста, будьте вежливы в комментариях. Желаем всем терпения и добра. Увидимся. Пока.